В садоводствах авиагородка один пожарный гидрант на всех. В прошлом году частный сектор Московского района горел 14 раз, в этом уже дважды. В Московском районе 9 садоводств, а в них больше 2000 обитателей. Причем многие живут в этих деревянных домиках постоянно. О центральном отоплении здесь только мечтают, а согреваются по старинке – печками. Вот дом у нас сгорел 2 года тому назад или 3 года назад тоже. Но у них там печное тоже было, там они, по-моему, от печи сгорели. Коварные печи, причем даже современные, это открытый источник огня. Если летом в садоводствах есть доступ к нескольким пожарным водоемам, то зимой они промерзают. И в случае чего воспользоваться можно единственным пожарным гидрантом. Поэтому, чтобы не случилось беды, жителям напоминают о правилах безопасности. Ну, естественно, дымоходы чистить. Естественно, иметь около дома бочку с водой. И мы рекомендуем всем иметь огнетушители. Победить огонь за городом зачастую бывает сложнее. Жители просят без промедления сообщать о возгораниях.